да. Походим, посмотрим, как это самое. Ну, а тут только понравилось, что ты будешь. Я вверх снимаю все это. Давай, Лариса. Слушай, как знаю, где ходить. А, вот лицо у кареты. Доминика, что, там окошко? Да. Дай-ка я посмотрю в окошко. Огроменно, здесь такие лестницы, ребят. Капец какой. Ага. И оттуда все видно, да? Да. О, даже крыша видно. Что Нет, так мы сейчас, наверное, что прям. Не, там тоже тупик был, что такой. Ну вот. Таня с Максом спускается. Таня, смотрите сюда, я уж, ну, я снимаю, как бы пофоткиваю. Максик, Максик. Угу. Ку-ку. Где? Не обязан. Входа нет, там написано. В английском. В английском тоже самое. Ребяточки, как классно в замке в этом. Не-не, по прямой давай пойдем. Мы там еще не были. Здесь тоже лестница. Идем, идем. Вик, это хорошо, что ты меня взяла. Так, где там мои? Таня. А, ну если нам вернуться к бабушке, то нам надо обратно туда. Классно. А мы подождем, снимайте. Идем, идем. Мам, не забывай то, что я тоже тут хожу, и я тоже могу просраться. Так что не забывай оборачиваться. В смысле тебя? Ну, чтоб смотри, ты я не... могу тоже отсюда, чтобы что-то посмотреть или сфоткать. А, и чтоб тебя не... Я просто тут хожу, да? Я обосралась. Ту! Ту-да! У вас камера, наверное, включена. Так, у нас тут человека 5, человека 4 и половинка. А он спустится один. Давайте там себе? Вверх. Нет, вверх мы потом пойдем. Это уже, наверное, там выход, да, я так понимаю? Или, или не знаю. Куда-куда? Идем за мамой Тани. Во-во! Опа, мам! Вот там были. Угу. Что ты хочешь сфоткать? Не буду я 100 раз заставать и ложить твой телефон. Классно. Взгляд. Понимаю, ночью они светятся. Я так понимаю, они ночью светятся. Угу. Ты меня фоткаешь хоть? Спасибо.
Что говорит, не слышно, конечно. Что-то про Шотландию рассказывает. Не потеряй, не урони свой телефон, я тебя умоляю. Что? А здесь мы не были. Камин какой. Мастерская. И я хочу уже камин. Не подниматься просят, да? Какой красивый здесь вид, ребятушки. Какой красивый вид. Мам, пожалуйста. Да, не подниматься написано по этим ступенькам. Ксюша. Бабу, ты с телефоном в руках, да? А? Ох, ты ж какие тут лестницы. Что это строило? Они что, куриные? Или мы уже были? Нет, а можно тут было спуститься? А, мы тут не были, да. Ты по кругу пройти, да? Какое окошко. Маленькое окошечко. Как будто бы маленькая дверь. Здесь ходит маленькая. Как будто маленький проход, да? Сейчас пойдем. Монетки. Плитка, да, какая была в древности? Какую делали плитку? А там кто-то нарисованный. Все, пойдемте вниз. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. И мы тут выйдем или нет? А? А вон там что? Мы там не были, девочки. Там камни. Там камни? Сначала пересмотрели. Из чего? Ну, что осталось? А, пошлите, Доминика, мы там не были. Там что-то интересно. Идем. Мы там не были. Идем. Так, билетики. Билетики. Нет. Вы нет, там пробирали. А, хорошо, вы же оттуда идете. Угу. Таня, идешь? Да. Ого, какие камушки тут видали. Огромные. Ой, какие же большие.
Ага, зато вот по этому камню ходил какой-то собачка, остался след. А вон там след какой-то косули или чего-то. Там, видишь, вон какой-то след остался от кирпича. Видно, когда делали кирпичи, оставили, пробежало животное. Что ты тут хочешь, Доминика? Так никто не делает, как делаешь ты. Вот, а там маленькая дырочка для кого-то была. Максюша как раз попался, да? Бабушки. Ой, прикольно. Это клетка для Максика. Это клетка для Максика. Да. Это клетка. Всего два рубля фото. Обалдеть. Ксюша, шарики новогодние даже есть. Что, тарелочки? Да. Ну, да. По 8,50. А про чем там на начале? А тоже всякие были. Ну, про чем там? Это магнитики. Ну. Ксюша, эти запонки. Длинные шарики. Стекло. Ксюша. Экскурсовод. Таня, возьми для им. Замок Гродно, девочки. Не трогай руками, не трогай руками. Угу. Интересно, да? О, конь на А, смотри, конь на коне. Что там? Конь на коне. Ага. Подожди. Это точно конь на коне? Да, это конь на коне. Жду, жду. Жду, жду. Сейчас пойдем. Ой, как там? Смотри, какие интересные. Шкура волка, волка. Видели? Нет. Это мы сюда заходили, да? Что? А куда мы заходили? Скажи, что мы заблудились? Ну да, войдем в первый этаж, потом пойдем на второй. Какие красивые расписные тарелочки, смотрите. Конечно, мы пойдем... Нет, какой лифт? Ты приехал на лифте кататься? Или на экскурсию? Король Станислав. Приятно познакомиться.
Это кто? Мундир шляхты новогрудского воеводства. Бога того. Мама. А. Вот как интересно. Это так должно быть на улице. Мы же еще на улицу пойдем. Идем. Ага, красивый потолок, да? Нам бы с таким столом посидеть, да? Ага. А плитка какая классная. Прям как у этот, как в этом фильме «Хюрем Султан». Расписная какая, да? Сада, ребятушки. Просто шикарно. Где Карина? А, вот Карина. Балкон. Как здесь высоко. Обалдеть, как высоко. Пойдем. Обалдеть. Идем? Что ты не видишь? Идем. Смотрите, какие были ложки раньше. Интересные, да? Ложки. Видельцы вон такие. А вот что это такое? Скрынка какая-то. Батлер какой-то. Италия первая половина 20-го столетия. Прикольно. Классно, да? Как красивая посуда. Расписная. Пятушки. Какая красота. Ника, что ты фоткаешь все подряд? Прикольные стаканчики на... Какой утюжок маленький. Маленький утюг. Прасло. Праслик. Коробка для туалетного мыла. Вот это во. Коробка для туалетного мыла. Во. Прикольная, да? Ага. Набор туалетного принадлежности. Понятно? Ресницы красить и тому подобное. Компас. Чернильница. Нож и ножницы. Прикольно. Труба подзорная. О, книжечка. Угу. Кресло. Красиво.
Нам бы сейчас хоть один, да? Где станет сфоткаюсь? Сфоткайтесь. Туфельки какие классные. Ну что, где пойдем? Давай, да? Ну, по кругу выходить, короче. Да, это я так сделаю. Как красиво, да, камин какой. Ага. Какой красивый камин. Угу. Можно фоткать. Шторки какие классные, да? Зеркало. Угу. Конференц-зал какой-то. Тут, наверное, песенки играли, да? Тут сидели королевы, сидели, наверное. Сложники. Пойдем вниз. Снимаем бахилы тут. Ну, не прямо сярод дороги. Ядра, из яких стреляют пушки. Полевые. Аккуратненько держитесь. Хорошо? Ой, там что внутри? Нет. Блин, на втором спускаемся, как будто бы за кого-то с трейдера. Классно, да? Продолжение осмотра. А вы? Идем, идем. Продолжение осмотра. Сюда идем. Мы в правильном направлении. Походу, ему в подвал спустились. Я теперь, наверное, вернулся домой, да? Тут все кругом. Все кругом, кругом. Действительно.
Это точно подвал, винный подвал. Вот так, понятно? Как дома надо орудировать. Максим, Танька, держи его. Макс, ты... Макс, нельзя. Сейчас мы тебе закрыем в этом подвале. Колбасы. Вышла. Ну что, все, пойдем на улицу гулять. А музей мы там. А, мы сейчас заходили. Это вход в музей. Можно сразу пойти вниз, будешь, потом подняться. Пошли сходим в кафешку. Булочку какую куплю себе. Есть уж опять. Сбежали за замок. Тенечки можно. Пошли в тенечек. Мы внутрь не пойдем. Пойдем тенечки гулять. Пойдемте вокруг озера. А? Съемка запрещена. Где написано? Ну, у меня на лбу. А, у тебя на лбу. Да. Ребяточки нагулялись по Невскому замку. Не знаю, что вам там наснимала. Надеюсь, вам немножко понравилось. Просто хотя бы посмотреть. Правда, не сходила в церковь, потому что не, ну, не в юбке, а в штанах. Не стала я уже туда заходить. Вода, классный запах. Здесь, кстати, можно подъехать. Просто вокруг гулять. Здание внутрь можно зайти без всякой оплаты. Ну, просто внутрь. А уже по самих комнатах ходить. Ну, ребенку 8,50 рублей билет. А взрослому 17. Поэтому я думаю, еще можно заказать аудиогид. Вот. А можно подслушать какого-нибудь другого экскурсовода, как это делали я. Была экскурсия с людьми. Я просто постояла, подслушала, о чем они говорят, и дальше пошла. Ну, кстати, интересно. Классно. Все, ребятушки, мы едем домой. Где-то там у нас стоит автобус.